Национальная служба гидрометеорологии предупреждает о резком изменении погодных условий на территории Азербайджана. В Баку и на Авширонском полуострове с вечера 23 февраля и до утра 25 февраля ожидается снег, местами интенсивный. На связи со студией сейчас находится глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева. Здравствуйте, госпожа Тагиева. Добрый день. Спасибо большое, что к нам подключились. Ожидается, что в Азербайджане наступит самый холодный день этого сезона. Насколько низко могут опуститься показатели? Действительно, начиная с сегодняшнего дня, то есть с вечерних часов, в северных районах республики ожидается резкое ухудшение погодных условий. Связано это со смещением на территории республики очень холодного антициклона, который стал причиной аномальных морозов на европейской территории России. Сегодня в течение дня он смещался на юг. И в результате этого по районам Северного Кавказа наблюдались обильные осадки в виде снега. Как я уже отметила, сегодня вечером в отдельных районах ожидаются осадки в виде снега. Сейчас, по данным, которые мы получили с метеостанции в Губе, наблюдается мелкий снег, но к вечеру этот процесс уже будет охватывать большую территорию. И начиная с 24 числа по Баку и Абширонскому полуострову также прогнозируется выпадение снега. Температура воздуха по сравнению с сегодняшним днем будет резко понижаться до 10 градусов. Если сейчас наблюдается в Баку и на Абшироне до 10-11 градусов тепла, завтра утром температура понизится до нуля, а в дневные часы она может опускаться до 3-4 градусов мороза. В большинстве районов республики будут наблюдаться осадки, но наиболее интенсивными они прогнозируются в северных и восточных районах страны. Вместе с осадками этот процесс будет сопровождаться усилением северо-западного ветра, так уже начиная с вечерних часов сегодня по Баку и Абширонскому полуострову прогнозируется усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, с дальнейшим усилением 24-го, с максимальными порывами до 30-35 метров в секунду. В связи с неустойчивой погодой, морозной погодой и выпадением снега на дорогах республики прогнозируется гололед. Госпожа Тагиева, вот я хотел бы уточнить, может быть, даже озвучить те мысли, которые у наших зрителей в данный момент присутствуют. В Абшироне очень умеренный климат, и редко тут можно увидеть снег, который остается буквально день-два. В основном идет мокрый снег. Можно ли ожидать, что в нынешних условиях ухудшения погоды снег выпадет в достаточном количестве и сохранится на улице города? Совершенно верно. Каспий все-таки смягчает климат Абширонского полуострова. И в феврале мы уже наблюдали два захода холодных воздушных масс на территорию страны, когда на Абшироне наблюдался мокрый снег. В этот раз воздушная масса действительно аномально холодная. В центре антициклона атмосферное давление составляет 780 миллиметров ртутного столба. Это говорит о том, что это очень мощный холод. Правда, подходя к районам Большого Кавказа и переваливая через хребет, воздушная масса претерпевает различные трансформации. Но, несмотря на это, в отличие от предыдущих двух процессов, которые мы наблюдали во второй половине февраля, в этот раз будет гораздо холоднее. Как я уже отметила, если самая холодная, самая низкая температура за этот зимний период на Абшироне была от 0 градусов до 1 мороза, 24 числа мы ожидаем понижение температуры до 3-4 градусов мороза. Поэтому с большой вероятностью можно говорить о том, что осадки будут начинаться с мокрого снега, но в течение дня 24 числа мы уже ожидаем снег. И не исключено, что в отдельных частях города будет наблюдаться и небольшой снежный поток. Надеемся. Надеюсь, что непогода быстро пройдет, и, наверное, водителям в этот период лучше избегать вождения в избежании гололедов, а каких-либо аварий и несчастных случаев. Спасибо вам большое, госпожа Тагиева. Спасибо. Всего доброго. А я напомню, о резком похолодании в Азербайджане и его причинах мы поговорили с главой Национальной службы гидрометеорологии Умайрой Тагиевой.